Гутин как смотрители. Если вам изрядно поднадоело, барабанить, совершенствоваться, развиваться, и каждый раз вы просыпаетесь с одной только мыслью, скорее бы попасть на самое дно, то сегодняшний урюк специально для вас. Сегодня мы рассмотрим 4 способа уволиться с работы для барабанщика. Итак, понехали, двоеточие. 1. Самый простой вариант – не прийти на съемки видео. 2. Играть ритм максимально криво, как первоклассник. 3. Очень важно при этом менять размер и темп партии. Не выйти в долю после брейка. Если после первой попытки вы все еще продолжаете играть, то не переставайте пытаться. Когда-нибудь вас точно выгонят. Быть максимально умелым, как мой голос, независимо от воспроизводимого материала. Совершенствуйся сначала в каждом из способов. В отдельности в дальнейшем сможешь их смешивать и импровизировать. Не забывай, творчество бывает разным. Важно верить, что ты художник, ты так видишь. Auf Wiedersehen.